И как во всех греческих городах, в Херсонесе был построен театр. А возник он в городе в 3 веке до нашей эры. Можно уже посвободнее стать. Я говорю достаточно громко, слышно будет. Возник он в 3 веке до нашей эры на склонах холма. Вы видите каменные скамьи зрительного зала театрона.